Друзья, всем привет! Приехал сегодня на озеро в Академгородке в нашем. Вот навьючился, иду, потому что идти далековато от машины. Сейчас расскажу, что у нас происходит. Тут березу сломало-то. Ну, короче, вот, приехал попробовать. Половина там озера не было еще в этом году. У нас резко похолодало. Прям очень резко. Сейчас где-то 6 градусов. Было 25. Ну, такой слом погоды классический. Выбирать не приходится. Выходные они одни. Приходится ехать и пробовать в тех условиях, которые есть. Ну все, пришел на место. Здесь вот так вот расположился. Тут стул у меня стоит. Так, удочку поставил. Глубина тут где-то меньше метра, сантиметров, наверное, 70. Может, даже меньше. Вот. Ветер задувает, не знаю, как будет со звуком. Но постараюсь что-то потом на постпродакшене сделать. Уже не терпится сесть и попробовать поймать что-нибудь. Поэтому давайте пробовать. Ну что, начинаю, как обычно, с классики для себя, со своей классики. А это, значит, что у меня тут стоит? Корье, подпасок, быстросъем, основной груз, поплавок. Все, ставим тесто. У меня тут заморозка. Заморозка у меня оставалась в прошлой рыбалке. Тройка и четверка. Моллюсков моих любимых нету, поэтому сейчас буду разводить. Заодно покажу, как это делаю я. Очень много вопросов, как разводить моллюсков. Поэтому покажу наглядно. О, не понял, ты что, поклевка что ли? Ох ты, ёпарасоте, пока я тут завожусь с камерой. У меня тут сразу поклевка. Забросил и сразу поклевон. Да ладно. Карасямбер. О, какой. О, какой. Прикольный. Круто, круто. Офигеть. Блин, пришел, забросил, сразу поклевка. А у нас похолодало, я думал, у нас на сломе погода будет полная тишина. Ну, от нуля уже ушли. Опа! Опачки! Ты ж мелкий карасек. Мелкий-мелкий карасек. Иди такой. Ух ты, ё-моё, вот это упер. Я не успел. Не успел среагировать вообще. Надо бы это привязать удочку-то. Тут карп есть. Если он так бахнет, я не успею среагировать. Блин, точно надо сейчас поставить резинку. А не то могу остаться без удочки. Серебряный, красивый. Прям серебристый такой.
У меня тут соседи прям сбоку, поэтому я говорю не сильно громко. Надеюсь, будет слышно. И ветерок еще завывает. Я сегодня уже поздно приехал. В 7 часов. Ну так получилось. Тут мест уже вообще мало, по берегу осталось. Рыбаки сидят, заняли каждую амбразуру. Свободное пространство по берегу, где можно сидеть с удочкой. Тут вот сбоку от меня вообще сидят с донками. 6 донок выставили таким веером. Ну, короче, кое-как нашел себе тут место. Туда влево уже уходить, там вообще миляк. Просто сантиметров по 30-40 глубина. Что-то я не очень хочу там ловить. Ну, мне здесь, в принципе, нравится. Прикольно, с двух сторон кустики такие. Вон, утки сюда, смотрите, плывут. Такая толпа. Фига их тут. Эй, брысят мои удочки. Вы чё опять? С мамой со своей приехали. Ребят, ну я тут рыбу ловлю вообще. И ничего нету. Конечно, бесстрашные они тут, утки, на этом пруду. С одной стороны, прикольно, а с другой стороны, ну, как бы кто их не обидел, они такие доверчивые. Да, кря-кря, и тебе кря-кря. Ну, как я уже говорил, у нас в Новосибирске резко похолодало. Вчера еще было 25 градусов. Сегодня уже было утром 6 градусов всего. Такой резкий слом погоды. Он обычно негативно сказывается на клёве. Клёва нету просто обычно. Когда такое происходит. Я удивлен, что сегодня вот я приехал. С первых забросов пошли поклёвки. Хотя тут не скажу, что пруд он такой раздающий, трудовой. Здесь надо выкармливать точку, высиживать. Он очень-очень облюбован рыбаками. О, видите, что? Это я опоздал. Это он сейчас бахнул так под воду резко. О, опять. Не успел я забросить, опять поклевка. Смотрите, что. Я хочу прицепить удочку. У меня вот такая вот резинка с карабином. Потому что мало ли что. Здесь карп есть. Сдернет. Удочка-то легкая. Сдернет и утащит. Все. Так, мне бы найти какую-то тару, чтобы показать, как моллюсков-то замешивать. Да я мерный стаканчик забыл с собой взять. Как обычно. Опа! Есть! Куда ты? Сюда. Блинчик. О, что это с хвостом? Кто-то его или щука бахнула, или это электроудочники здесь прошлись. Хвост деформирован. А съел два крючка сразу. Погода какая-то пасмурная стала. С утра вроде солнце светило. Опа.
кинжал. Ну, давай, доедай. Блин, ветер поднимается, блин. Больше ладони. Тоже два сожрал сразу. Видите? Красавчик. Пять утки приплыли. Вот, что творят. Подъем пошел. Сидит. Сидит парень. Идем, идем сюда. Какой? Какой нежелающий. О, какой хороший-то. Хорошие карасики сегодня тут. Отличные, я бы сказал. О, поперли, поперли. Прям через удочку. Верховка у нас, он не рестится и делает это прямо в поплавок. Он аж пляшет. Не. О. Есть. Ну, это что-то мелкое совсем. Погоди, дружок, отпущу. Иди. Крючки мне эти очень нравятся, безбородые вот эти вот, они тонкие, но очень прочные, очень хорошо просекают карася, но при этом не рвут губы, как правило, и засечка у них очень хорошая. Ссылка в описании есть, если что, с Алиэкспресса можно заказывать. И недорого. Все, что, чем я пользуюсь и что можно купить, ссылки на все эти аксессуары, удочки, там, поплавки, крючки, все это есть в описании к видео. Смотрите, заказывайте, если нужно. Все проверено лично. Все отлично работает.
сколько было куплено с Алиэкспресса всякой ерунды, которая в ходе практических испытаний потом показала себя не с лучшей стороны. Ну и отсеялась. Это просто уму непостижимо. Поэтому используйте опыт чужой. Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые действительно хорошо работают. Ну, качественные вещи. За свои деньги, конечно. Так, надо моллюсков делать. Друзья, много вопросов задают про то, как сделать моллюски. Давайте я покажу, как это делаю я. Сейчас делаю тесто среднеглютенистое, потому что, ну, клев не сильно интенсивный. Может, даже малоглютенистое. Ну, принцип просто покажу, а дальше вы уже сами. Берите пачку. У меня просто с собой нету мерного стаканчика, которым я обычно отмеряю. Я нашел на берегу бутылки. От бутылки открутил пробку. Сейчас буду пробкой мерить. Вот нашел пробку. Вот пробка. Короче, просто чтобы какие-то пропорции соблюсти, буду пробкой отмерять. Отмерю. Значит, посмотрим. Бред, конечно. Раз. Два. Три. Блин. Четыре. Пять. Шесть. Ну, пусть будет шесть. Шесть таких вот пробочек. Шесть пробок. И сейчас сюда наберу пять пробок воды. Раз. Капец, конечно, такого еще не делал. Два. Три. Забыл, блин, стаканчик. Четыре. Пять. Все это дело размешаю. Просто перемешайте. И пусть оно стоит. Постоит минут пять. Сейчас это все дело. Гранулы эти все впитают. Потому что гранулы такие здесь объемные. Им нужно время, чтобы впитать воду. Вот. Потом покажу, что делать дальше. Короче, когда вы замешиваете тесто, главное соблюсти следующий принцип. Одну часть теста и где-то 0,8 части воды. Это для того, чтобы сделать тесто чистое, без добавок, без примесей. Если вы хотите... Ух ты, придавил-то, пока я тут болтаю. Если вы хотите сделать основу из моллюсков и добавить туда какое-то другое тесто, то делайте один к одному. Сначала моллюски залейте водой, а потом сверху досыпьте до нужной консистенции, доведя это тесто той смесью, которую вы хотите добавить. Ну и глютен по необходимости. Вот и все. Ничего сложного тут нету. Оно, конечно, немножко более муторно делается, нежели обычные какие-то составы готовые. Но показывает оно себя просто восхитительно. Это мое любимое тесто. Оно универсальное, оно рабочее. Друзья, ну все, наше тесто постояло 5 минут. Можно с ним больше ничего не делать, просто досыпать сюда глютена. Я это делаю на глаз, потому что уже знаю примерно, сколько мне нужно для получения, ну, той связующей составляющей, которая мне нужна. Ну, вы можете где-то добавлять от 10 до 15%, может, до 20. И все, дальше просто размешать его. Сейчас глютен разойдется. Видите, оно рассыпчатое получилось. Но это ничего не значит. И достаточное по влаге. Сейчас глютен разойдется, и он будет связывать его нормально. Теперь просто его так прижать. Просто прижимать. Прижимаем. И все. Можно пользоваться. Можно пользоваться. Все готово. Берете отсюда, отщипываете. Все.
и понеслась. Сейчас будем пробовать. Вот все получается, моллюски получились, точнее. Глютен хотел показать. Он глютен у меня вот такой, аутентичный, еще из старых запасов. Я не помню, какого он года. 2020 года, уже 3 года ему. Никак я его добить не могу. Вот, ну, а народ пользуется обычным пекарским глютеном, который и на Озоне есть, на Wildberries. И за вполне разумную цену. Так что не обязательно брать вот этот китайский пшеничный, берите обычный глютен, который найдете. В принципе, весь нормально работает. Выполняет свою функцию, так скажем. Какие-то мотыльки тут летают. Эй, мотыльки. Кто такие? Я вас не знаю. Динь-динь-дон, динь-динь-дон. Бубенцы звенят. Ох ты ж. Наконец-то. Наконец-то. Моллюски, пожалуйста, сработали. Классная поклевка была. Какая тыглищ. Кайф. Все, что мне нужно для счастья. Лето, классная погода, пруд, херабуна и поклевочки. Красота. Есть контакт. Говорят тогда. Хороший карасямбер на моллюсков. Хорош. Хорош. Иди сюда. Ну какой. Хороший чувак. Отличный. Моллюски, ребята. Моллюски. Моллюски рулят. У меня в этом сезоне пока что это лучшее тесто. В том году 4-ка его обошла. Красная. В этом году нет. В этом году моллюски рулят. Давно не виделись. Красотун.
хорошие карасики. Пусть плывут домой. Пока. До встречи. Друзья, ну все, заканчиваю рыбалку сегодняшнюю. Что могу сказать? Хирабуна опять сделала свое дело, потому что по берегу тишина у всех. Просто пусто, не клюет ни у кого. У меня поклевки были, хорошо работали моллюски, хорошо работала четверка сегодня, красная. Тройка от старого призрака, ну чуть похуже, но тоже на нее поклевки были. Характер клюва был такой, ну носил такой волновой характер. То поклевки одна за одной идут, потом раз тишина, потом снова поклевка, 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 потом раз тишина. Как-то рыба так вот набегами такими в мой сектор заходила и, в принципе, равнодушной не оставалась к предложенной насадке. После рабочей недели отдохнул с удовольствием, провел время, чего и вам желаю. Надеюсь, было интересно. Все, всем добра, всем пока.